Всем привет! С вами канал «Все о планшетах» и тема сегодняшнего видеоурока «Как увеличить громкость Bluetooth гарнитуры на Android». Сделать это можно двумя способами. Первый способ – это увеличение громкости с помощью специальных кнопок, которыми оснащены практически все Bluetooth гарнитуры. То есть на каждой гарнитуре, кроме кнопки включения, которая совмещает в себе еще и некоторые другие функции, присутствует еще кнопка увеличения и уменьшения громкости, которая позволяет регулировать громкость звука непосредственно в самой гарнитуре. И вот с помощью вот этих двух кнопочек мы имеем возможность увеличить громкость сигнала звукового, который поступает в гарнитуру, или уменьшить его. Одним словом, отрегулировать. Причем он имеет определенные какие-то пределы свои, естественно, и иногда в некоторых случаях того запаса громкости, который нам необходим, или вернее, который присутствует в самой гарнитуре, недостаточно для того, чтобы комфортно слушать там, телефонный, например, разговор или музыку. И, соответственно, возникает вопрос, а как можно увеличить? Ну, собственно, увеличение обычным, скажем так, стандартным способом, как я уже сказал, с помощью вот этих кнопок, осуществляется таким вот образом, то есть мы, если нажимаем плюсик на гарнитуре, то у нас вот появляется на экране вот такой вот ползунок, с помощью которого мы можем отрегулировать звук, то есть если он уменьшается, да, то вот и полосочка у нас двигается в меньшую сторону. Если он, мы нажимаем плюсик, то, соответственно, процесс увеличения звука идет. Но и, как я уже говорил, что он достигает просто какого-то определенного предела, иногда этого недостаточно, соответственно, возникает вопрос, а как увеличить звук в Bluetooth-гарнитуре сверх того предела, который установлен производителем гарнитуры. Ну, для этого нам на помощь придет специальная программа, которую можно совершенно бесплатно скачать и установить на свой планшет или смартфон Android из Play Market или из Google Play. Для этого мы запускаем Google Play и в поисковой строке пишем название приложения, которое нас интересует. Называется оно Speaker Boost. Вот это приложение, вот его ярлычок, который идет первый в списке. Его мы выбираем и жмем кнопку «Установить». Приложение очень маленькое и устанавливается, скачивается, устанавливается очень быстро. Мы это уже сделали и жмем кнопку «Открыть». После запуска этого приложения у нас появится вот такое окошко, в котором идут различные предупреждения о том, что слишком большой звук, это не очень хорошо и для слуха, и можно повредить сам аппарат наш, то есть динамики, встроенные динамики нашего смартфона или планшета могут повредиться. Ну, нам необходимо здесь нажать «Да», «Подтвердить», нажать «Ок», о том, что мы там согласны со всеми, вот информация о донате, то есть о финансовой поддержке этого приложения. Вот. Ну, одним словом, мы совсем соглашаемся. Дальше у нас на экране будет вот такой вот ползуночек и иконка настроек, да, то есть если мы перейдем в настройки, то здесь у нас различные пункты есть, которые можно просмотреть. Ну вот перейти, если к настройкам, то собственно здесь интересующие нас настройки — это вот пункт показать, например, регулировку громкости, да, чтобы она отображалась. Вот у нас появилась сверху полоса, то есть в данном случае мы видим, что она у нас установлена на максимум. И, собственно, регулировка или буст, так называемый, увеличение громкости, у нас осуществляется путем передвижения вот этого ползунка. Но при этом здесь мы должны учесть важный такой момент, что вот есть предупреждение, что свыше 40% не рекомендуется использовать. Ну, при этом, у меня, конечно, вопрос, если не рекомендуется, зачем тогда можно сделать свыше 40? Могли бы тогда и не делать. Ну, в общем, то есть ограничения поставить. Ну, в общем, мы можем отрегулировать здесь, добавить звук и затем
проверить, насколько звук увеличился в наушниках. В принципе, для того, чтобы комфортно слушать даже в каких-то очень шумных условиях, где-нибудь там человек в метро едет, например, где шум поезда часто заглушает звук в наушниках, так вот, буста на 35-40% вполне достаточно для того, чтобы можно было комфортно прослушивать, например, музыку или какие-то другие аудиосигналы через Bluetooth гарнитуру. В принципе, вот это вот и все возможности по увеличению громкости звука в гарнитуре. Если нам необходимо перейти снова к этому приложению, оно у нас находится вот здесь в списке как бы свежих приложений. То есть нам просто нужно будет сделать от левого верхнего экрана нашего устройства свайп пальцем вниз, и у нас откроется вот это меню, где мы сможем быстро к нему, к этому приложению доступ получить. А для того, чтобы свернуть его, просто нажимаем на свободную часть экрана, и таким образом у нас пропадает просто, ну как бы исчезает этот экран. Дальше мы можем пользоваться нашим устройством, как обычно. В принципе, вот это и все, что касается данного вопроса. С вами был канал «Все о планшетах». Всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.